Будучи внутренне очень мобильными, эти люди становятся прекрасными коммивояжерами, журналистами, водителями-дальнобойщиками. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Страсть к путешествиям и переменам мест сохраняется у них с детства и до глубокой старости. Они продолжают интересоваться дальними странами, географическими открытиями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.